Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков. Через полтора часа будут красные новости по австралийскому доллару. Поэтому я сейчас отключаю робота, нажимаю кнопку автотрейдинг, а также я закрою сделки тех валютных пар, где фигурирует австралийский доллар. Соответственно, эта сделка вот эта, евро, австралийский доллар. Здесь получается минус $2.38. Когда появляется вот такое окно, я ставлю галочку, соглашаюсь. Так, еще раз нажимаю крестик. Дальше идет австралийский доллар к американскому, минус 40 центов. Потом идет евро к австралийскому доллару. Еще одна сделка, где фигурирует австралийский доллар, это австралийский доллар к иене. То же самое я делаю на втором роботе. Отключаю автотрейдинг. И я закрываю валютные пары, где фигурирует австралийский доллар. Также ставлю галочки «Согласен с условиями» и «Евро к австралийскому доллару». То же самое делаю на третьем роботе. Отключаю автоторговлю. И закрываю валютные пары, где фигурирует австралийский доллар. Также принимаю условия. Так, австралийский доллар к американскому. Евро к австралийскому доллару. И австралийский доллар к японской иене. И вот есть еще одна сделка евро к австралийскому доллару. На четвертом роботе я также отключаю автотрейдинг. На балансе сейчас $1017. И закрываю сделки, где фигурирует австралийский доллар. Ставлю галочку. С пятым роботом делаем то же самое. Отключаем автотрейдинг. И отключаем те валютные пары, где фигурирует австралийский доллар. Таким образом, выключение торговли на 5 счетах заняло буквально несколько минут. Global Star Club. Возможности безграничны.